Друзья мои, всем привет, с вами Марина, и сегодня я шью очередной кораблик. В конце видео будет фотография с размерами. Ну что, с чего начнем? В прошлом видео я вам показывала один способ сшивания, в этом видео все то же самое, только способ сшивания будет не сверху вниз, а снизу вверх. Что хочу сказать, смотрите, вот из остаточков, вообще из кусочков, я сшила вот такой вот квадратик. Просто полосочки у меня были, я их нашивала, вырезала нужного размера квадрат, который применю в своем кораблике. То есть, что хочу сказать, девчонки, вообще вот в данном блоке очень хорошо применять именно лоскутки ненужные. Ну что, начнем. Начнем мы с палубы. Сшиваем. Вот эти квадратики накладываем друг на друга, с этой стороны сшиваем, с этой. Сейчас машинку подвину, и вы будете видеть, как я шью. А то вдруг что-то вам непонятно. Да, девочки, значит, вот эти вот квадратики, да, двухцветные, на моем канале есть мастер-класс, как сшить двухцветные квадраты. Так что... смотрите, значит, вот этот квадратик прикладываем и пришиваем на швейной машинке. Теперь берем большой квадрат фоновый и квадрат паруса, да, скажем так. Так, уравниваем наши уголки, берем линеечку. Прикладываем, беру кусочек мыла, отчерчиваю, по этой линии прошиваю. И вот эту часть, вот мы прошили, и эту часть нам надо отрезать. Отступаем от нашей прошитой линии 5 миллиметров, берем линейку и отрезаем. Так вот. Отгибаем. Вот такой вот получился у нас квадрат. Это у нас парус. Теперь берем полосочку нижней части. Накладываем и прошиваем. Так, теперь берем прямоугольник второй, наш квадрат второй, и здесь по диагонали прошиваем. Так, прошили с этой стороны, отгибаем, вот наш будет второй. Вот эту часть нам надо отрезать. Отрезаем. Сюда пришиваем еще один прямоугольничек и по низу. Вот такая деталь у нас получается. Теперь что мы делаем? Берем нашу мачту и пришиваем к этой части. Итак, вот мы пришили нашу мачту. Так, что у нас теперь? Пришиваем. Здесь. Прошиваем. Теперь берем наше море, скажем так, и пришиваем по низу.
Итак, друзья мои, вот такой блок кораблик у меня получился из лоскутков ткани от сайта магазина Magnatex. И вот кораблики, важно одно, чтобы один парус был более-менее одного оттенка, а второй может быть с любым рисунком, либо разноцветный. Тогда в лоскутном одеяле такие вот кораблики лучше смотрятся. Ну все, девочки, с вами была Марина. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.